Элли, машины. Да, мы уже близко. Будь поосторожней. Ладно. Ну что? Ну, я ошиблась. Все-таки ты вела нас не наугад. Останься с Искрой. Ага. Да. Есть там что годное? Я нашла старую карту. Ну, уже кое-что. Тут тихо. Да. Вспомни, как мы прячем наши визоры. Ну да. Это меня и пугает.
Ого, это зона? Ага, поглядывай наверх. Вов, нарушителей застрелим. Сама доброта. По крайней мере, мы пришли куда надо. Куда все делись? Они повесили знак. Значит, должен быть проход. Солдаты из карантинной зоны. На них форма Федра. Думаешь, их убили ополченцы? Да, и оставили здесь. Предостережение. Уроды. Вон там, наверху. Дина, эй, помоги залезть. Я посторожу. Ты, главное, попробуй открыть ворота с той стороны. Хорошо. Чуть не сдохла. Где эти ублюдки?
Так, когда это написали? База Серевина. Уже что-то. Вот это генератор. Черт. Ладно. Так. Да что не так-то? Да! Отлично! Чёрт! Ну ты чего? Пора сваливать. Грохотнуло мощно. Что еще? Я нашла одну записку. В ней были коды. Говорилось про штаб ВОВ на некой базе под названием Серевина. Серевина? Пойдем искать? Если повезет, поймаем одного из них. Разговорим его, а там посмотрим. Решено. Thank you.
Черт, смотри. Отель Серевина. Значит, это здесь. Ладно. Надо пройти через эти... ворота в жопу Федра. Какое название. Зато сразу понятно. Подберемся поближе и осмотримся. Идиоты. Всех настроили против себя. Ты знаешь код? В той записке их было несколько. Но сначала надо включить питание. Ну, попробуем. Нет бензина. Зараза. И что теперь делать? О, точно. Записка. Что? В записке говорилось, что бензин есть в гараже под судом и в куполе. Ну ладно. Гараж под судом и купол. Ну и как мы будем искать эти места? Объедем округу, осмотримся. Как думаешь, Томми здесь побывал? Наверняка. Так, и где же мы? Где-то вот здесь. Отлично. Я буду отмечать по ходу. Что тут такое произошло? Видимо, военные разбомбили тут все к чертям. Но зачем им это? Ну, иногда они уничтожали районы, в которые... прорвались зараженные. Или бунтари. Это перебор. Ну, обычно помогают. Против зараженных или бунтарей? Всех. Черт. Поверь. Тебе повезло, что ты вас не взяли. Я склоняюсь к твоему мысли. Наверное, тоже стала бы солдатом. Ну, чтобы ты слушалась чисто приказа? Да. Честно говоря, я думала, зона Сиэтли должна быть более населенной. Ага. Может, они все прячутся на Серевине? Как ты думаешь, сколько их всего, этих вов? Ну, не меньше 8. Надеюсь, это все. Посмотрим. Но надо бы. Ого. Вот этот офицер. Они ехали в кузове? Хотели спрятаться? Не получилось. Да, похоже на то. О, блин.
Элли искренне воспринимает меня всерьез. Что? С чего ты взяла? А чего она вечно ржет? Ох, ё. Да ладно, смешно же. Тут кто-то разбил лагерь. Причем недавно. Думаешь, это Томми? Может быть. О, смотри, там танк. Я никогда не видела их на ходу. Да. Не повезло ребятам. Что там? Обгорелые скелеты. Уф. Не хотела бы я так умереть. Это как с теми астронавтами. Что за история? Один из первых полетов к Луне. Произошло замыкание, и астронавты сгорели в своей капсуле. Ну, они хоть погибли ради чего-то стоящего. Именно. А это просто гниды, которых убили другие гниды. Смотри, вон у него сверху, это что? По-моему, купол. Выдача топлива. Нам сюда. А Федра серьезно подошли к делу. В Бостоне еды вечно не хватало. Голод сводит людей с ума. Пролезешь тут? Давай, я подержу. Черт, зараженный. Не шуми. Вроде всех уложили. Да, похоже на то. Черт.
Все готовы. Я не пойму. Если бы тут оставались люди, они бы все отсюда вынесли. Может, они не дошли? Возможно. Пойдем искать. Как ты определила? Во-первых, на стенах семисвечники. Еврейский символ. Во-вторых, я же не загорелась сразу, так что... Не загорелась? Да так, тупая шутка. Не как обычно. Так, цит. Просто нахлынули воспоминания. Сестра постоянно таскала меня в синагогу. Ты не похожа на набожного человека. Не, но я происхожу из неистребимого рода. Ты имеешь в виду эпидемию? И это, и инквизицию, и Холокост. Моя семья всегда выживала, хоть и чудом. Похоже, я нашла. Давай. Твою мать. Эй, не выражайся. Мы в молитвенном доме. Тут пусто. Вот дрянь. И что теперь? Посмотрим в гараже под судом. Пойдем отсюда. Сейчас молишься? Иногда. Правда? Когда? Перед выездом из Джексона. У могилы Джоэла. Иногда просто тихонько про себя. Хм.
Иди сюда. Иду следом. Что это? А, это Тора. Чего? Писание. Типа как еврейская Библия. А. Сестра бы плясала от радости. У нас была такая в Нью-Мексико, но обгорелая. Ладно. Ну, хорошо, хоть они не все выкинули. Можно перебраться на тот балкон. Элли, осторожней. Нормально. Держится. Легкотня. Давай, Дина. Ага. Пять, семь, семь, четыре. Мы что, в будущем? Не тупи, это иудейский календарь. На Новый год сестра давала мне яблоко, политое медом. О, слюнки потекли. Я надеюсь, вы все добрались. Ладно, купол вычеркиваем. Пойдем искать здание сюда. Имеет смысл запасти немного припасов в дорогу. Ништяк.
Тут, по крайней мере, спокойно. Так странно не слышать тут рёва грузовиков. Или выстрелов и взрывов. Моя сестра избегала зон. Понятно, почему. Ее паранойя со временем только крепла. Иногда она просыпалась по ночам, крича от ужаса. Сочувствую. У нас всегда была наготове сумка с вещами, на всякий случай. Мы нигде не задерживались больше, чем на пару недель. Это бесило. Хорошо, когда у тебя есть дом, правда? Да. Когда я только приехала в Джексон, я поразилась. Столько людей. А я поразилась, что столько еды. Помню, первую неделю я просто обжиралась. Распихивала еду по... Эй, музыкальный магазин Вэллиант. Поищем там припасы. Еще раз, о чем мы говорили? Ага, так, в общем, распихивала еду по всем карманам, а то вдруг закончится. Я видела. Не видела. Я еще подумала, кто эта тощая деваха, стащившая все вяленое мясо? Да не так уж много я стащила.